компания Porsche отчиталась об успехах на российском рынке. В прошлом году марка нарастила продажи почти на 10%, а главное, достигла собственного исторического рекорда. И это несмотря на скромный рост российского рынка в целом. Как объявил комитет автопроизводителей АЕБ, рынок показал рост на 4 с небольшим процента, но этот рост на деле весьма искусственный. Сильным был второй квартал, который и спас провал третьего и четвертого кварталов. В рейтинге моделей традиционно лидирует Cayenne, который мог бы показать и лучшие результаты, если бы не дефицит машин. А вот на третье место вырвался электрический Taycan, продажи которого выросли в 3,5 раза. Неужели электромобили в России резко стали актуальны? Если бы я отвечал на этот вопрос 5 лет назад, то ответ был бы другим. Но да, на российском рынке сегмент растет очень динамично, даже быстрее, чем глобально. В России сегмент вырос на 160%. Мы думаем, что рост продолжится. Это мировой тренд. В некоторых странах Европы электромобили уже заняли до 40% рынка. И мы знаем, что многие производители в этом году планируют представить электрические модели и в России. В прошлом году продажи электромобилей стимулировала отмененная на время ввозная пошлина. Но с 1 января эту льготу отменили, несмотря на все старания производителей. Нулевая пошлина отменена с 1 января, но мы контактируем с правительством, стараемся объяснить, что этот рынок очень молодой и динамичный. Локальное производство тоже возможно, но нам нужна зарядная инфраструктура. И это замкнутый круг. Если нет автомобилей, то нет и интереса строить инфраструктуру. Поэтому нам нужно какое-то время развить рынок до того, как начнем его регулировать и стимулировать локальное производство. Оно придет и получит выгоду от спроса. Но сперва нужно поддержать этот спрос до тех пор, пока тренд не окрепнет. На самом деле мы и сами работаем над инфраструктурой вместе с нашими дилерами. Все дилеры электромобилей Porsche установили быстрые зарядные станции. Кроме того, мы работаем с местными властями и частными компаниями, чтобы развить сеть зарядок постоянного тока в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Что касается новинок, то совсем скоро дилеры получат заднеприводный Taycan Cross Turismo. Весной в продажу поступит модификация Taycan GTS. А кроме того, в этом году мы увидим обновленный кроссовер Porsche Macan.